Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы продолжаем игру «Призрак Цусима». Так, мы должны найти... Я должен был сражаться у команды. Одну... Все к лучшему. Мы девушку? Так потеряли слишком многих. Она, типа, почему очень хороший лучник. Бой? Монголы сражались как звери. Ответ не верен. Я своими глазами видел. Лучник должен полагаться не на глаза. Стоп, а поставлена ли метка? Куда мы вообще двигаемся? Он понимает это ли, ну, замок Канада, я так понимаю. Мы вообще туда сейчас не будем отправляться. Постой. Нужно поговорить. Давай. Что-то не так, сенсей? Этот лук подарил мне господин Нагао много лет назад. Прекрасное оружие. Разумеется. Но мне всегда больно видеть превосходный лук в неумелых руках. Хорошо, что вы отдаете его мне. С чего ты взял, что отдаю? Докажи, что умеешь стрелять, может быть... Я не умею стрелять. Вообще тебе нет. Тебе нужно испытать его перед боем. Давайте. Целься в ближайший фонарь. Хорошо. Ага. 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 Ого. Серьезно, чтобы стрелять? Куда целиться? В свечу? В эту? Чем дальше цель, тем ниже опускается стрела. А-а-а. Сосредоточься, Сакай. Вот, я блин, пытаюсь приноровиться. Не разочаровывай. Как оно должно быть? Не буду умножать ваше разочарование. Есть, все. Нет? Нет. Блядь, ладно. Да я же попала. Вот, наверное, как... Блядь, нет, да подожди. Это тяжело. Хорошо, теперь одну сбила. Тот, что дальше по дороге. Слева. Блять. Батя подгоняет. Слушайте, лук это точно не мое. Да как? Не дурно. Есть, ладно. Теперь посмотрим, сумеешь ли ты попасть в самый дальний. Блин, да как? Еще... Нет, еще выше, что ли? Есть. Как а, еще выше. Словно сделан для меня. Это не так. Будь добр его беречь. Идем. Какой-то он жестокий, слушайте. Мы вроде как-то вместе должны такой быть. Такой лук пригодился бы у комоды. Это хороший лук. На победу приносят воины, а не оружие. Вы не видели огненное оружие монголов? Так они еще не победили. Пока мы бежим, вот вы можете подписаться на канал, поставить лайк. Надеюсь, ваша ученица там. Ой, ой, ой-ой-ой-ой. Я так понимаю, оттуда здесь... будет лучше видно их укрепление. Придется драться, прям капец. Слишком много их там. Кого нужно сесть? Нифига себе, слушай. Идеальное место. Да ладно, я сейчас должна я буду стрелять, туда, типа. Я открою ворота. Мы нападем, и всегда рвешься в бой, толком не подвязав хакаму. Да. Что же тогда делать? Терпение, Сакай. Монголы отправят людей на поиски пропавших патрульных. Нападем, когда они откроют ворота. Пока мы тут ждем, Тамоэ остается в руках врага. Она может за себя постоять. Как следует осмотрись. Чем тут можно воспользоваться? У них много лучников. Они хороши, но мы лучше. Вот этот вот жесткий, который большой. Если выстрелить в светильники, посыплются искры. И начнется пожар. Ну, на самом деле, это хороший путь, нет? Осиное еще пчелы? Гнездо. Ос можно разозлить выстрелом. Пусть монголов жалят стрелы и насекомые. Ну, значит... Бочки тяжелые, можно использовать. Ну, посмотрим. А как? Подожди. Когда ворота откроются, мы отвлечем врагов и начнем осыпать их стрелами. Затем ворвемся в форт и освободим Тамоэ. Хорошо. Ждем момент. Ой, я что-то не знаю, не верю я. Как это сделаю? Можно натравить пчел. Жди моего кинуть сигнала. Пожар. Все начнет гореть. Ой, блядь. Ну только я так могу.
Мы не серьезно сели возле улья? Что сделать? А он не дает сигнал. Кстати. Я могу не попасть в улей. Готовься. Давай, пускай отправляются к предкам. Попала? Блин. Ю. Я в голову попала? Да блин, я хочу пойти с мечом. Я... Есть минус. Блин, они прямо очень меткие. У меня нет стрел. Я потратила... Блять, еще как-то подальше тогда стань. Ага. Не могу пособирать эти стрелы. Где он стреляет? Вот он стреляет сверху. Все хорошо. Кто еще? Тут ничего нет. Где еще стреляет? Вот. Они, да, они хорошие стрелки, но они ужасные бойцы. Нет, пошел вон. Кто еще есть? А, это наш. Он еще крадется, серьезно? Здесь же очень жесткие и. Это какой-то главарь, он очень сильный. Да вы гоните. Да, его надо убить, потому что он очень сильный. И этот очень сильный, который с булавой. На самом деле убивать тяжело. Я что-то изучила? Изучена техника. Ну, пока все равно я не могу ничего там улучшить. Это очень... О, блин, я думала, я его вообще не смогу победить. Подсрачники такие даем. Есть, окей, дальше. Как наверх забраться-то? Где еще? Вон. А, это свой? Он сейчас может его убить или нет? Держите Т. И нажмите 3. Ой. Я думала, он его убьет. Где еще? Я не понимаю. Все, да? Нифига, слушайте, перебили очень много кого. Я бы здесь пособирала припасы. Я думаю, что где-то еще есть внутри воины какие-то, ну, враги. Или нет. Убитые пленники. Их связали и застрелили из лука. Думаю, не... Постой. Это ее амулет. Она где-то здесь!
Записка. Свиток. Свиток. О стрелковом искусстве с переводом на монгольский. Здесь и ваше имя. Она обучала их моему пути лука. Ну, у нее не было, наверное, выбора, потому что все-таки ее пытали и все такое. Она не может быть предателем, ведь правда? Это японские стрелы. Они принадлежат Томое. Вы уверены? Я обучил ее делать хвостовики из оленьего рога и брать перья орлана. Монголы забрали ее оружие? Стрелы загнаны впритык. Нет монголов столь искусных с японским оружием. А, выходит, ей позволили взять лук. То есть, ну ладно, она не пыталась драться. Не странно ли вообще это как-то... Хотя... Это ее шмот. Здесь чьи-то покои. Женское кимоно. Это кимоно Томое. Монголы ее отпустили. Почему? Ветер указывает. Слышишь? Помогите. Выживший. Где он кричит? Я не понимаю. А, вот. Угу. Да, ну мы пришли, говори. Мне холодно. Мы ищем одну женщину, лучницу. Монголы посадили ее в клетку вместе с нами, но потом выпустили, дали ей лук и доспех. А она убила мою жену и остальных. Мы нашли их тела. Она показала врагам свое искусство и переметнулась к ним. Я же говорю как-то подозрительно. Пожалуйста, мне так больно. Я видел достаточно. Идем. Ну, да, обучил ты, конечно, еще того. Надо было ее убить, сенсей. Томоэ завоевала свободу. Она теперь с монголами. Не понимаю, почему? Скажите. Я слишком на нее давил. В каком смысле? Что за тайна? Сенсей! Наверное, заставлял ее или что? Типа как сенсей. Я требую ответа! Она на меня напала. Не разбойники. То есть он мне не рассказал это сразу? Почему? Ей не понять, что значит быть самураем. Это вы толкнули ее к монголам. Не суди меня. А вы мне не лгите. Нельзя позволить Томоэ обучить врага моему пути лука. Мы ее остановим. Твое оружие ни к чему, я сам. Нет, я вам нужен. Победу приносят воины, не оружие. Я так понимаю, мне будет ее убить тяжело, хотя... Симура хорошо, она хорошо обладает только луком, но не ближним боем. За Томоэ пойдем вместе, но слушайся меня. И после этого вы поможете мне спасти дядю. Даю тебе слово, Сакай. Класс. Чтобы выследить Томоэ, нужно подготовиться. Как будешь готов, приходи в додзё. Мы не спасем дядю в одиночку. Нужны союзники, которые нам помогут. Найди госпожу Масаку Адати. Не знаю, жива ли она, но на острове мало воинов лучше нее. Я тогда понимаю, по сюжету мы будем просто искать людей и вот так вот найдем по каким-то ситуациям союзников, и тогда уже пойдем возвращать дядю. Исикава, так, ладно. Сенсей Исикава. Хорошо. А что дальше, я вот не знаю. Мы еще что-то успеем в этой серии? Что-то одно сделать точно. Странствующий монголы заполонили самурай. Остров. В бою они меня окружат, как волки. Придется думать, как их отпугнуть.
Это я что-то разблокировала? Новое оружие призрака. Прикольно. Хороший метательный нож. Можно застать врага врасплох или добить. Там было как-то обучение насчет метнуть дважды. Дневник обновили. Куда? Ага. Серьезно, должны аж сюда? Не, это Юна, да? История госпожи Масако. Точно, мы должны же ее найти, да? Получается, сюда аж и ехать. Давайте. Почему нет? По сути, бежать только 1 километр, но на карте это выглядит так. Да, ну я вроде бы в ту сторону. Хотя фиг его знает, я вообще не вижу, уменьшается или нет. По-моему, как-то туда, но будем идти сюда. Ой. Это я что-то метаю. А, это метаю вот эти ножи. Прикольно. А, я все метнула, которые у меня были. Отлично. Я просто хотела посмотреть, что это такое. На цветочки. Это птицы? Это чайки, типа? Кричат. Почему там горит что-то? Кто это? И мне сюда, да? Ну, ну, конечно. Так, удержите, чтобы... А, ну я не могу метнуть, у меня ничего не осталось, серьезно? Это вообще не мои? Нет, нет, мои, не мои. Нифига, слушайте, от него отбиваться. Я умею теперь крутиться. Все, серьезно? Почему они не могли ничего сделать? На один ресурс. Хорошо. Ну, я не думаю, что это сейчас важно. Давайте к ним пойдем и просто отобьем все, нет? Кто готов? Я хочу тебя, а ты где? Давай. Есть. Я уж забыла, как это, кстати. Тут лучники. Это хреново. Я что-то должна была здесь делать, да? Вот. Да, это их нет. У меня уже закончились эти припасы, которыми я могу полечиться. Да что ты такой? Как же тяжело его убить. Или кто-то еще остался? Все. Так, стрелы. Нужно все пособирать. Так, а что я должна была здесь делать? Что-то зажать? Не пойму, что. Снарядить. У меня нет этой штуки, да? Угу.
седло. Тут ничего больше. Ладно. Это не мой конь. Давайте зовем своего. Воу, я смогла скакнуть типа на ходу. Это прикольно. Хорошо. Давайте посмотрим, куда нам нужно. Куда указывает ветер. И дальше. Упс. Ой. Блядь. Прости. Прости, малыш. Да блин, я путаю теперь кнопку. Это неудобно, что она на F. Желтая птица. Она знает остров лучше всех прочих. Посмотрим, куда она меня приведет. Давайте. Блять, привела. Мы не будем скрываться. Да, у меня мало припасов, но что поделать? Да спрыгни ты, дурачок. Хорошо. Будь смелым, банда! Мы спасем тебя, мой мальчик! Прекратите, мои скоты! Блять. Пошел отсюда. Кто-то наверху? Господин! Да с кем ты сейчас будешь разговаривать? Ты гонишь? Они захватили мост! Говори. Мы бежали к источникам Хиоси. Казалось, мост безопасен, это но в лощине прятались монголы. Они начали стрелять снизу. Кто-то ранен. Банта. Сын моего брата. Его как дикари. Как приманку. Скажи семье отойти от моста. Я разберусь. Так. Вы собираетесь участвовать в новой истории? Да, почему нет? Почему? Давайте отвоюем это место. Мы будем везде участвовать. А, я не должна больше никого бить? Вон они, да, стреляют. Сейчас я тебя. Минус. Кто-то кричит сильно. О, это кто? Это хорошие. Где они? Ну вот еще там, они на ту сторону перешли и как-то потерялись потом. Ладно, он еще под обстрелом, а эти, главное, стоит так себе, как будто уже все закончено. Куда они делись? Вот они где. Нифига, слушайте. Сверху как красиво. Это какой-то новый я разблокировал, да? Нет? Угу. Ну ладно. Мы смотрим в глаза с отвагой. Только трусы наносят удары с теней. Простите, дядя. Простите, дядя, но у нас нет другого выхода вообще-то. Я один, а все... То есть одна. А их много, поэтому... Говорить, кто что там, это глупо. Нет, я сейчас умру! Блять! Я случайно. Я не думала, что... Ладно. Да. Ладно, давайте как-то спускаться с этой стороны и будем брать... Он вообще не может как-то придержаться стены. Ты что, не ассасин, что ли?
той стороне, да? Давай туда. А вот еще один. Побежали, побежали туда. Минус. Давай. Почему не используют вверх? Давай вверх. Блин, так меня точно убьют. Где это говнючки? Давайте в эту сторону, хорошо. Пока их поубиваю, у меня просто закончится здоровье и все. Да ладно, не пути. Это тяжело. Потому что слишком много для меня. Это надо с кем-то другим делать. Нахер отсюда вот ты. Говно сраное. Ух, ну чё, это гон. Это реально гон. Давай, где еще? Не вижу, вообще не вижу где. А вон он один, да, вроде? Да что ж ты так прыгаешь-то? Саша, Саша! Все, я сейчас умру, да? Здоровье у меня вообще прям жопа, да? Да-да. Блин, ну ладно, не получилось. Не фартануло. Что, еще раз? Серьезно, давайте. А, подожди, один остался. Саша! Или два. Воу! Нифига, они скидывают! Тут, блядь, он меня так убьет. Я не могу, я махаюсь, зажимаю не то вообще. Давай! Нет, он не поднимается, я не понимаю, почему. Давайте пойдем по-другому, почему нет? Я могу пойти сюда. Ну, я использую. Очень туго. Это работает. Кого он еще зовет? Ни хрена, слушайте, это было высоко. Кто еще остался? Где? Где-то оно стреляет? А вот он, да? Ну, кстати. А, это вообще я должна была не прыгать, я поняла. По сути, я должна была улей скинуть, да? Вообще, ну, типа, стрелять из лука. Что-то мне кажется, я должна была так сделать. Куда он делся? А, вот он, запрятался, что ли? Ты чего, малыш? Это были последние. Все. Ух, да, это было тяжело. Это было их слишком много, и я так не рассчитывала. Хорошо, что можно по камням вот так сбираться. Все нормально.
что вы еще плачете? Все хорошо, я уже все победила, все сделала. Я на этом и закончу даже серию, я больше не буду. Они прекратили! Иди да. К семье. Монголов больше нет. Спасибо, господин. Да, но в одиночку всю эту армию не перебьешь. Мост свободен! Так, хорошо. Я думаю, что на этом я и закончу. Поговорить с дядей Банти. Мы поговорим в следующей серии. Так. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И... Ну и смотрите новые серии, и прошлые серии тоже посмотрите. Это вообще очень важно для меня. И на самом деле очень крутая игра. Поэтому всем спасибо, всем пока.